Привет! Давай сегодня поговорим о трюках, точнее о женских трюках. Ой, ну каких трюках? Давай поговорим о макияже. Кстати, в итальянском языке макияж и трюк – это одно и то же слово. Il trucco. Итак, поехали. Что же можем найти в женской косметичке? Кстати, косметичка и beauty, что от английского «красота», было заимствовано в итальянский язык и означает косметичка, il beauty case, il beauty. Что можем найти? La matita labbra, то есть карандаш для контура губ. Eyeliner, liner, так же, как и по-английски, это у нас liner. La lima, это пилочка для ногтей. Lucida labbra, это блеск. Il mascara, это тушь. Il rossetto – это губная помада. Il rossetto. Il piegacini – это такая кипалка, загибатель для ресниц. Il correttore – это у нас корректор для нашей кожи. L'elastico – un elastico – это резинка для волос. Il fondotinta – тон для лица. И пеннелло. Кисточка. Ciprea o terra. Это пудра такого бежевого цвета. La matita occhi. То есть карандаш для подводки глаз. La crema idratante. Это увлажняющий крем. La crema. Крем. Увлажняющий, гидратанте. La crema mani – это крем для рук. La crema per il viso – это крем для лица и так далее. La crema corpo – для нашего тела. А еще у нас бывает lo smalto – это лак для ногтей. La cetone – это ацетон для того, чтобы снять жидкость для снятия лака. L'ombretto – это тень для глаз. Ну и когда мы наносим макияж, ci trucchiamo. Когда мы снимаем макияж, ci strucchiamo. А еще бывает маскара, la maschera, то есть маска для лица. И бальсамо per i capelli, то есть бальзам, маска для волос, la maschera per i capelli. Lo shampoo. И bagna doccia, то есть это гель для душа. Il sapone, мыло. И pettine, расческа. Lo spazzolino, зубная щетка. Il dentifricio, зубная паста. Используя все эти магические предметы, мы можем совершать различные трюки и преображаться, как нам нравится. Truccarsi – делать макияж.